Так, так, так. Ну что, пришел посмотреть видео ни о чем? Ну, тогда ты пришел по адресу. Добро пожаловать! Меня зовут Саша, ты на канале Князь. Сегодня у нас битва замков. И что я хотел бы тебе сказать? Во-первых, поставь свой княжеский лайк. Продолбани по колокольчику, ёпта, чтобы все уведомления приходили. И что еще хотелось бы сказать? Ну, пришли. Сейчас вот вы и хотели, вот сейчас будет просто видео ни о чем. Сегодня мы будем тестировать почти прокачанного на максималку снеговика, он же Сноузила. Почему почти? Ну, потому что не будем забывать, что мы находимся на бездонатном аккаунте. И как смогли, ребята, так и прокачали. Так что усаживаемся поудобнее. Кстати, хочу напомнить тебе, что сегодня я проведу фан-стрим. Наверное, это будет пивной стрим. Будем, короче, сидеть, болтать за жизнь, смотреть тупые видосы. Может, чат-рулетка. Я не знаю, что. Но мне бы хотелось бы просто сидеть и с вами болтать. Потому после того, как посмотришь это видео, просто приходишь на канал и начинаешь, ёпта, смотреть стрим, приходить туда, писать свои вредные комментарии. Я это буду читать, бомбить. Все как мы любим. Далее, что мне хотелось бы отметить. Это рубрика «Яйцо». Бездонатное. Прокачиваем, да, доната нету. Кто не знает, есть целый отдельный плейлист. Недавно начали играть. Посмотрите, может быть, вам поможет это все дело в прокачке. Дальше, касаемо снеговика. Я видел в комментариях под прошлым видосом, когда я его прокачивал. Короче, там были ваши комментарии по поводу того, что «Князь, ну что ты тупой, это же рофл, ты чё не понял? Ну ты чё, ну князь, ну ты чё, ну это рофл, ты мог его не прокачивать, лошара, лошара!» Ребят, как бы, если бы я хотел его не прокачивать, я бы его не прокачивал. И я просто решил выполнить обещание, которое я вам дал. Вы решили порофлить, и я решил порофлить в ответ. Вы реально думаете, что если вы что-то написали в комментариях, то я все, я безвольная скотина, которая обязана это брать и выполнять, друзья. Нетушки, 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 ребятушки. Ну, так что усаживайтесь поудобнее. Вы хотели посмеяться, и я посмеялся вместе с вами. По этой причине прокачал снеговика на своем бездонатном аккаунте, на котором и так не так уж и много, как хотелось бы, ресурсов. Вот. Да, я тебе еще раз напомню, приходи, сегодня пивной стрим. Будем сидеть, развлекаться. Дальше, что мне хотелось бы отметить? Что же мне хотелось бы отметить? Мне хотелось бы отметить то, что я фиг его знает, где тестить этого героя. Сейчас мы возьмем, вот так вот все просто уберем, поставим снеговика, и знаешь что, и не будем париться, пойдем куда-то, не знаю куда. Видео будет у нас, как обычно, невероятно информативное, вот, и просто enjoy, enjoy. Так, давай. У нас снеговик, я вам показывал, как прокачан. К сожалению, там созвездия не максимальные. Ну, как бы их там вообще нету. Давай попробуем пройти какую-нибудь волну. Допустим, АА-волну мы сможем пройти, используя одного снеговика, который прокачан на урон. Ну как, это просто у него барочный пакт стоит, и все, и как бы и норм. Нет, его просто на волне АА взяли, раздолбали. Давай попробуем волну Т. Он что-то вообще сможет сделать или нет? Сейчас мы глянем, друзья. Сейчас мы все увидим. Увидели мы то, что ему дали... Ну, вы сами понимаете. Пишите в комментариях, что ему дали. Ну да, у нас тут полный урон. Короче, нихера он не тянет. Ладно, мы не останавливаемся, не теряем надежды. А вдруг это имба в 2020 году? Шо ж тут поделаешь? Вот, потому мы просто берем на изичах, залетаем на арену, и просто смотри, где ты? Где ты? Я бегу за тобою. Между срачем и... А, писаю стоя. Так, ну, тут как бы мы видим, что снеговик сейчас берет и раскидывает топовых героев. Причем, блядь, потерял третий хп, сука. Сука, ты, что ты меня позоришь? А вот что ты меня позоришь перед людьми, а, снеговичок-то? На самом деле, конечно, если вспоминать судьбу снеговика, я бы не сказал, что он когда-либо был вообще актуальным. Моментами, да, проблесками, когда-то в игре были ситуации, когда его использовали,
где-либо, где нужен был большой дамаг. И, знаешь, там не единичным каким-то ударом, да, то есть если мы посмотрим сейчас на умение снеговика, то мы увидим, наносит 320% урона одному ближайшему противнику каждые 0,5 секунд в течение 4 секунд. То есть, по сути, за 4 секунды он делает 8 ударов по 320 урона. И когда-то это было неплохо, и это была возможность нанести большой урон. К сожалению, даже в те далекие времена, когда в битве замков вот эта вот трава была намного зеленее, все пахло очень вкусно, и игра не скатилась в донат. Хотя, знаете, о том, что игра скатилась в донат, я начал, пожалуй, слышать со второго дня, как я начал играть в эту игру. Но не суть. Объясняю вам. То есть, как бы, его использовали, да, то есть, ну, типа урон может нанести. Но, с другой стороны, это как бы, это какие-то точечные моменты, нужда, когда испытывалась игроком, тогда использовалась. По сути, я, наверное, скажу, что никогда он особо актуальным и не был. Ну, по крайней мере, последние лет 5-6 я не с самого начала играю в игру. Я начал играть в 2014 году, осенью, если не ошибаюсь. Вот, возможно, до этого момента это был когда-то крутой герой, но... Знаешь, типа, ну да, я его использовал, но я не скажу, что это было супер-супер-супер. Уменьшает скорость его передвижения на 60%, скорость атаки. А, он еще благодаря прокачанному умению дебафить начинает. Окей. Давай дальше просто топов раскладывать снеговиком одним. О, ну смотрите, сейчас он их всех разложит. Вот, сейчас он их всех разложит. Вот вы думаете, что, его просто убили, и он как бы ничего не стоит, никого не разложил. Нет, ребятушки, он просто не хотел. Он, понимаете, он знает мощь своей силы. Он просто не хотел. Он просто как бы такой, типа, ай, ну что мне детей обижать? Солдат ребенка не обидит, понимаете? Вот в чем настоящая истинная ситуация. Так что так вот, и да, я надеюсь, ты уже к этому-то моменту невероятный свой лайк поставил, потому что, как бы, вы там писали, когда видос на ИЦ, мы хотим видеть снеговика, и вот это вот все, как вы любите. Вот, специально для вас, хоть особо времени сегодня и не было, я вот, кто видел, стримил, да, гулял с дочкой, провел день с семьей, но все равно... пренебрёг вот, своим свободным временем и побежал записывать для вас невероятно крутое видео. Подожди, что-то у нас не то. Вот, вторая команда, снеговик, пошли на босса в королевской битве. Ща мы тут разберемся. Ура, блядь, разобрались вообще, блядь. Как они в себя. Не, ну, понимаешь, вот даже когда я там тестил ту же гарпию и так далее, ну, как бы она что-то могла, она что-то из себя представляла. Ну, хотя гарпия, по сравнению со снеговиком, это реально новый герой, да, на минуточку. Окей, давай в рейд. Сколько секунд он там продержится? Предполагаю, что... Ну, он продержался даже дольше, чем я предполагал. Ясно, подожди. Ну, вы скажете, надо было ему поставить там священный огонь, вот это вот все. Ну, фиг, нет, я его на урон собрал, чтобы об отражении не убивался порочный. Ой, ну, порочный пакт основным талантом, раскаленный доспех эмблемой. Ну, давай здесь, он справится вообще. Вот, по идее, здесь-то он должен справиться. Но по-другому ведь и не может быть. Да, ему никто ничего не может сделать. Его просто изи, смотри. Ну, такой типа, ну чё, кто на меня? Ты думал, я добрый? Сюда иди. И как бы, смотри, он свои снежки начинает раскидывать. 8 штук за 4 секунды. И как бы здание минусуется. Ну ничего, сейчас, смотри, герои минусуются. Ребята, 2020 год, прокачивайте снеговика. Ну, блядь, твою мать, ёб твою, ну ты шо?
сука, ты даже до боссов не дошел, господи, ну вот это вот, жестоко подземелье, окей, подожди-ка, ладно, ладно, я вас услышал, уговорили, сейчас я возьму на него, поставлю эмблему, которой у меня нету, священного огня у меня нету. Слушай, а давай ему поставим рвение. Ну, сейчас посмотрим, он справится или не справится. Давай, самоцветы на бездонатном аккаунте. Ради видоса вообще не жалко. Все хорошо, все замечательно. Все прямо отлично. Так, ну шо там? Давай, снеговичок, давай мы тебя ускорим, чтобы ты быстрее всех наказал. Я знаю, ты можешь. Посмотри, побежал. Сейчас всем покажет Кузькину мать. Вот, за все те обиды, за те психологические травмы, которые ему наносили постоянно в течение 5 лет, пока называли его бесполезным героем, пока называли его ненужным героем. Вот, пока называли его редким, бесполезным героем. Да, снеговика же нельзя выбить. Его, ну, то есть, купить, да, за КГшки, если не ошибаюсь. Это, по сути, редкий герой. И вот сейчас он за все то унижение от разработчиков, от игроков, он его возьмет и просто применит, и всех просто возьмет, всех накажет. Знаете, бог грома бежит, бог грома, что ты ему можешь сделать? Вот он сейчас включится, и тебе будет полный люля-кебаб, понимаешь? Вот полный люля-кебаб,